данный момент мы, блядь, совершаем проникновение. Проникновение в жилище, блядь, первого отделения. İşğalçı ordusunun 346-cı motatıcı alayının əskərlərinin Luqansk vilayətinin Svatova şəhəri yaxınlığındakı mövqelərinin görüntüləri yayılıb. Rus əskərlərin çəkib paylaşdığı kadrlarda hərbiçilərin palçığın içində qaldıqları, yaşamaq üçün minimum şəraitlərinin olmadığı görünür. Cəmi bir pulemyotlarının olduğunu deyən düşmən əskərləri öz vəziyyətlərini məsxərəyə qoyur. Короче, биотуалет у нас вон, видите, там кусты. Нет, нет, подожди, подожди, биотуалет вот он. Вот. Да, вот. Здесь и серьёзно. Нет, это наша столовая. Харчи оттуда добывали. Да, можно ногой туда тыкнуть. А кому приходил, гуманитарку? Дальше боюсь. Як? Сейчас, чик. Ну, можно все... спуститься. О, блядь. Спустись, глянь там, блядь. Оп, оп. Включен. Единственное, блох нету, вот это вот радует. Да. Где у меня еще фонарь? Тебе посветить еще? Да, не, у меня нормально. Не совсем как в пятизвездочных отелях, блядь. Представляете, мы там девятером отдыхаем. Тут 9 человек у нас. Если такого имеется. А. Броня вон у нас. У нас есть место под броню. Сделали, блядь. Столик, вот, блядь, лакшерис. Вот теперь точно хохлам, блядь. Мы этими досками их забьем. Как бешеных собак. Я еще не люблюсь, это все прожарит. Вот мы в печке вскипятили кофе, блядь. У нас нано-огонь, блядь. Надо еще подкинуть. Нанотехнологичная печка у нас, блядь. Нам тут давеча, блядь, принесли кулемет антихохловский. Вон это чудо, блядь, машина. Потрошитель хохлов 3000, блядь. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Блядь, это, блядь, только носки, блядь, у всех, нахуй. Русская, блядь, армия Второй мира, блядь. Насчет 5 до 10, да, блядь, за оставление позиции? Я в просто в. Китер, блядь.